Так, приветствую всех, друзья. С вами снова Максим из Австрии, из Вены. И сегодня хочу с вами поговорить на такую тему, можно ли прожить в Австрии, не зная немецкого языка. Ну, хочу заявить вам со всем авторитетом своим, можно. Прожить можно, но будет ли вам от этого хорошо? Вот в чем вопрос. Ну, я как бы буду рассматривать на примере своей профессии. Значит, для того, чтобы жить в Австрии и не знать немецкого языка, вам для этого достаточно быть программистом, ну или работать в какой-нибудь такой сфере, вроде как какой-нибудь научной или исследовательской сфере, в которой вам не нужен будет язык, и вы сможете разговаривать, ну, например, на английском языке. Вообще, рассматриваю английский язык как некий необходимый язык, который вам нужно знать, если вы не знаете немецкого в Австрии. Ну, почему? Просто потому, что в Австрии все образованные люди, высококвалифицированные специалисты, будь то врачи, юристы или работники, в большинстве своем работники государственных учреждений, в какой-то мере, а я бы даже сказал, обычно очень хорошо владеют английским языком. Особенно хорошо владеют английским языком врачи. То есть я еще не встречал здесь врача, который бы не разговаривал на английском языке. Я так представляю себе, что их очень хорошо учат в институтах. И, ну, все работники, связанные со сферой законов. И, как я сказал, уже в большинстве своем также работники официальных учреждений. И хоть, конечно, в официальных учреждениях, сказать честно, они очень не любят, когда к ним приходишь и разговариваешь на английском языке. Они сразу делают такое недовольное лицо. Особенно если это какой-нибудь МА-35, то есть департамент, посвященный вопросам миграции, всяким визовым вопросам. То есть они как бы считают, что твой святой долг прийти и разговаривать с ними на немецком языке. Ну, конечно, это нереально, когда ты первые месяцы, первое время в Австрии. То есть тут уж нравится им, не нравится, извините, приходится разговаривать на английском. Значит, ну, вернемся назад к теме. Значит, английский – это минимально и, можно сказать, достаточно условия того, чтобы вы жили в Австрии, работая при этом в сфере высоких технологий, в IT-сфере. Значит, я знаю людей лично, которые живут в Австрии по 5, по 10 лет, работают программистами и не разговаривают на немецком языке вообще. Ну, конечно, вообще как бы невозможно не разговаривать, но, ну, то есть какие-то там элементарные фразы люди знают, но вот чтобы именно разговаривать, то есть люди не разговаривают. И при этом они прекрасно живут, есть дети у них, они их как-то водят в садик, как-то общаются, видимо, с воспитателями, я не знаю, как-то в школу. То есть как-то люди живут без немецкого языка. Ну, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это можно сделать, потому что, ну, хоть даже в том же самом садике тебе же придется как-то разговаривать с воспитательницей, а воспитательницы, они в большинстве своем молодые девочки. Ну, есть, конечно, и не молодые, но, то есть, я не сказал бы, что какой-то большой процент их разговаривает на английском языке. Поэтому, ну, как-то люди живут так. Интересно, вот, особенно для программистов, когда муж, например, программист, и на работе все время разговаривает на английском языке, а вот жена его, например, разговаривает на немецком языке. И вот эта жена как-то, видимо, все такие вопросы решает, а мужчины как-то не решают. Ну, то есть я вам хочу сказать, что да, есть такие люди, которые живут, не зная немецкого языка, и у них, видимо, никаких особых проблем с этим нет. Совсем другой вопрос, конечно, если вы не программист, не ученый, а приехали
в Австрию, не знаю, каким образом в Австрию добрались, и планируете устраиваться уже на работу в австрийскую компанию. Тут, конечно, хочешь не хочешь, вам придется знать немецкий язык, просто потому что, ну, вам же нужно будет как-нибудь пройти интервью. И это как бы без знания языка невозможно. Конечно, с вами могут поговорить на английском языке, может быть, в каких-то случаях. Но, опять же, в большинстве профессий вам придется общаться со своими немецко-говорящими коллегами, поэтому я не вижу каких-то особых путей, как вам можно без знания немецкого в таких вот обычных профессиях, ну, не обычных, а ну, в большинстве профессий, как-то без него обойтись. Поэтому, если, конечно, у вас есть возможность, и приложите все усилия к тому, чтобы выучить немецкий, выучить его как можно лучше, будучи у себя на родине, потому что здесь уже вам придется отрывать кусочек своего свободного времени, ходить на курсы по вечерам, как-то учить его дополнительно. То есть гораздо проще это делать, будучи уже у себя в своей родной стране. Ну, я бы не сказал, что здесь это обойдется вам сильно дорого, здесь как бы курсы не очень дорогие. Ну, про курсы давайте поговорим потом отдельно, сделаем какое-то отдельное видео. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это будет у вас дополнительный стресс, поэтому учите язык у себя уже на родине. Если, конечно, вы твердо не уверены, что вам немецкий язык на первых порах не будет нужен, вы будете общаться на другом языке, ну, конечно, в 99% случаев это будет английский, а потом уже так на месте сориентируйтесь и выучите язык. Еще, конечно, есть такой вариант, если вы собираетесь работать на, ну, на своих соотечественников, ну, скажем так, на русских, может, людей, да, ну, это, конечно, может быть, с одной стороны, хорошо, если вы найдете сразу работу у русских, но мое личное мнение, этого не стоит делать. Я себя как-то вот в Австрии, в компании русских людей чувствую себя как-то не очень комфортно. Сразу как-то вот ментально перемещаешься туда-назад, в Украину, в Россию, в тот менталитет, в те повадки людские. Мне как-то это вот не нравится. Я как-то предпочитаю, если была у меня такая возможность, я бы вот общался с немцами больше. Значит, вернемся к моему личному опыту. Я живу в Австрии уже 6 лет, и по большому счету все эти 6 лет я проработал в 3 IT-компаниях, и во всех компаниях я разговаривал исключительно на английском языке. То есть, если бы я как-то сам что-то не учил, то я бы на немецком не разговаривал бы вообще, просто потому что мне на нем совершенно негде здесь разговаривать и не с кем разговаривать. И, ну, как я уже сказал, все свое рабочее время я разговариваю на английском языке. Поэтому, ну, вот, собственно говоря, основные мысли, которые я хотел донести, то есть, если по большому счету ставить вопрос, можно ли жить в Австрии, не зная немецкого языка, но зная английский, то ответ – да, можно, потому что во всех основных местах, которые жизненно необходимы для существования, вы сможете объясниться, то есть вы сможете объяснить свою проблему врачу, любому квалифицированному врачу, вы сможете поговорить в государственных департаментах, вы сможете пообщаться с юристами по поводу различных законов, разных таких вопросов. Но, конечно, в повседневной жизни без немецкого не обойтись. Поэтому ответ, можно ли жить в Австрии без немецкого, мой будет такой: можно, но не нужно. Раз уж вы приехали в эту страну, то мое мнение такое: будьте добры и выучите язык этой страны. Тем более, что немецкий язык, по моему мнению, очень легкий язык с точки зрения грамматики. В нем очень все просто.
все четко, все логично, то есть есть конкретные понятные правила, по которым достаточно их, ну, как, даже не выучить, а принять, и знание этих правил достаточно, чтобы в 95% случаев объясниться, не нужно строить какие-то многоэтажные хитрые конструкции языковые. То есть, ну, вот, собственно говоря, друзья, и все, что я хотел рассказать сегодня. Спасибо, что были со мной. Всего хорошего вам. Пока-пока.